А давайте, мои хорошие, узнаем, тот ли мужчина, который рядом с вами, вам по судьбе, а может быть, он еще и вообще не пришел. Давайте проработаем и посмотрим сегодня этот момент. Мне это очень интересно, я думаю, вам тоже. Итак, сигнификация вам в помощь, дабы понять, попали ли вы в свой расклад. Ваше прошлое. Ну вот как-то очень ждала именно своего судьбоносного мужчину. Прям желала, уже готова на семью. И тут он появился. И у многих образовалась семья. Возможно, это и официальный брак, либо гражданский. Но как-то вот потом стало странно разлаживаться отношения. Но все же было ощущение, что мы семья. У кого-то, опять же, напомню, у кого-то будет это официальное отношение, у кого-то нет. Не важно, здесь не важно на самом деле. Штамп ничего особо не значит. Ой, блин, желания исполнялись с этим мужчиной. Ну, как-то вот вроде стали как разговаривать на разных языках. И вот мы сейчас будем смотреть. Это прошлый мужчина, девчонки. Кто-то уже его встретил. Вот те и примеряйте на себя. Вот сейчас вы в ожидании. Чего? Хотите ясности, хотите, чтобы он вернулся. Вы с мужчиной в разделении. По судьбе ли он? Да, прошлый мужчина ваш, именно по судьбе. Если у кого-то разделение, ссора, стагнация, тупик, это ваш мужчина. Вы попали в свой расклад, вы уже встретили. Значит, это подходит для тех, кто уже встретил. Да, сейчас вы, вот в данный момент, не семья. Возможно, вы развелись, либо разошлись, пауза у кого-то в отношениях. Но не точка, да. Это однозначно ваша семья. Это ваш мужчина. Мужчина по судьбе. Ну, давайте посмотрим. Его действия какие будут, вашего судьбоносного мужчины. Да что притащит он рабка? Тогда, когда ждать не будете. Вы даже еще и брыкаться начнете. Уйди, не мешай. Не хочу. Девчонки, ну вы что? Не вздумайте так делать. Иначе такого мужчину быстренько кто-нибудь да подберет. Будете думать, стоит или не стоит. Стоит. Ваше желание исполнится. Это ваш мужчина. Девчонки, не думайте, не гадайте. Мужчина ваш. Но вы все равно через всякие гадания все будете проверять все-таки. Все-таки ночью придет под луной. Скорее всего, полнолуние будет. Но вы прям неприступная скала, девчонки. Знаете, вроде как типа и не рады будете. А на самом деле в душе у вас будет костер любви пылать. И желания ваши начнут исполняться. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Желаю вам всего хорошего, счастья, любви, здоровья, финансового благополучия. С вами была ваша Ольга Веда. До новых встреч, мои милые. И пока-пока.